Love, it's a special day. We should celebrate and appreciate. Легендарной терракотовой императорской армии в Китае более 2000 лет. Именно столько составляет долговечность терракоты, изготовленной по древним рецептам. Терракота – это обожженная терракотовая глина, которая применяется в скульптуре и строительстве уже тысячелетия. Архитекторы всегда ищут материалы, которые позволяют сделать их новый проект выдающимся. Терракота – один из таких современных материалов с древней историей. С одной стороны, это дань традиции, но с другой стороны, ультрасовременный стиль, использующий все преимущества технологий навесных вентилируемых фасадов. Поэтому часто мы можем увидеть удачное сочетание терракотовых фасадных элементов с такими символами современной архитектуры, как алюминий и стекло. Преимуществом терракотовых облицовочных панелей можно отнести высокую долговечность, негорючесть, экологичность и грязеустойчивость. Самые известные производители терракоты находятся в Германии, Франции, Италии, США и Китае. К преимуществам терракотовой облицовки можно также отнести широчайшую гамму цветов, форм и размеров элементов. Производители выпускают не только панели, но и солнцезащитные ламели для жалюзи и многочисленные декоративные элементы. В результате архитектор может добиться неповторимого дизайна, как в экстерьере, так и интерьере. Для крупных объектов необходимо использовать возможность изготовления индивидуальных элементов под заказ. Существуют вертикальные и горизонтальные способы крепления панелей, а также сочетание обоих способов на одном объекте. Недостатков у терракотовых панелей всего два – это относительно высокий вес и высокая по российским реалиям стоимость. Something pretty neat, and I know some say this day is arbitrary, but it's a good excuse for what I love to use, baby. I know what to do, baby. I will love you, I'll love you, I'll love you. В завершении можно подвести черту и сказать, что при грамотном использовании терракотовая фасадная облицовка – это отличный материал для неординарных фасадов. But I love